Эта встреча состоялась в торгово-промышленной палате в связи с тем, что количество обращений горожан значительно увеличилось. Добраться до работы из спального района или наоборот, уехать с работы обратно домой – целая история. Ведь ждать общественного транспорта на остановке порой приходится часами. А дальше проблема – попасть в приехавшую, наконец, машину. Ведь точно так же ее ждали десятки людей. И транспорт оказывается забитым до отказа. То есть рязанцев даже на первом месте сейчас не столько не устраивают дороги, сколько не устраивает транспортное сообщение. И нам хотелось бы сегодня, без каких-то там нападок, взаимных обвинений, без выяснения отношений, потому что это ни к чему хорошему не приведет, а поговорить, как ситуацию улучшить. Затронутые в ходе круглого стола темы – острые проблемы и перевозчиков, это продление договоров, ремонт дорог, выплаты по лизингу, невозможность вовремя сделать ТО. В городе этим занимаются всего две организации. Трудности в страховании и вопросы, беспокоящие пассажиров, продление некоторых маршрутов и сокращение интервалов движения. Все эти вопросы требуют безотлагательного решения, ведь коммерческие перевозчики сегодня составляют 60% транспорта в городе. Ударом для перевозок стала пандемия. В связи с сокращением пассажиропотока уменьшилось и количество рейсов. Однако после отмены ограничений расписание движения так и не вернулось к исходному. Еще одна проблема носит экономический характер. Некоторые маршруты являются экономически невыгодными для перевозчиков. Ирина Черноусова отметила, что управление транспорта города готово к любому диалогу и обсуждению, но сами перевозчики не очень активно вступают в переговоры. Всем перевозчикам по нерегулируемому тарифу выдано расписание. Но, к сожалению, это вот как раз к вашему вопросу активности перевозчиков. Но у них, скажем так, инициативность по внесению изменений в это расписание, да его корректировку, она не очень высокая. Но не все перевозчики в настоящее время выходят с инициативы той же самой корректировки, если они видят, что сталкиваются с определенными проблемами его реализации. Специалисты подразделения ежедневно в утренние и вечерние часы проводят мониторинг на конечных остановочных пунктах, где проверяют количество вышедшего на линию подвижного состава, его наполняемость, соблюдение перевозчиками расписания движения. Особое внимание уделяется качеству работы автобусов в период с 21 до 23 часов. По словам Ирины Черноусовой, в последнее время количество жалоб, поступающих от жителей отдаленных районов, значительно снизилось. Работа с коммерческими перевозчиками будет продолжена.